Новый формат работы приемной комиссии. Ивановский государственный политехнический университет организовал школу успешного абитуриента для тех, кто планирует поступать, подготовленные презентации кафедр, мастер-классы и лекции ведущих ученых, опытных преподавателей, чтобы будущим студентам было легче сделать выбор профессии. Посетить презентации могут все желающие. Конечно, мы понимаем, что выбор огромен и вузов, и образовательных программ. А ответственность как никогда сейчас высока. То есть и нам хотелось помочь абитуриентам, их родителям определиться адресно с тем направлением, которое бы их устроило с точки зрения обучения в нашем городе, учитывая его специфику отраслевую, его историю, и с учетом тех образовательных программ, которые мы можем предложить. На этот раз состоялась презентация направления технологии проектирования текстильных изделий. Будущих студентов обещают научить не только технологии получения пряжи, трикотажных изделий, нетканых материалов, но также обучат языку программирования, чтобы выпускники смогли создавать собственные пакеты программ для автоматического вычисления технологических цепочек и проектирования инновационных структур тканей. Мы занимаемся биокомпозитами, в том числе на основе натуральных волокон, новых инновационных трикотажных полотен. И в том числе наша кафедра занимается разработкой основы текстильных изделий как композиционных материалов, которые идут в авиастроительство, в космос, в строительство, просто и в том числе в качестве даже основы для медицинских каких-то изделий. По словам преподавателей, неважно, чем конкретно будут заниматься выпускники этого направления – производить ткани, шить одежду или продавать уже готовые изделия. Необходимо досконально изучить текстиль и оборудование, на котором его производят. В ВУЗе напоминают, что прием документов на бакалавриат продлится до 26 июля, а на специальности среднего профессионального образования до 15 августа включительно. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.